Всем привет! Вот тут мы обустраиваем новую кухню, положили плитку. Тут вот жена уже драет старую нашу мебель. Вот. Но видео не об этом. Видео о том, как в трудных местах, в труднодоступных местах, или вот в таких вот углах, вот видите угол, вот здесь вот треугольнички вот эти, как вот в этих местах я ложил плитку. Это буквально было 2 дня назад. И вот решил я снять видео про это дело, именно про труднодоступные места. Смотрите, последнюю плиточку, большую я имею в виду, видите, как я отрезал вот кусок и вот кусок. Опа. Вот так вот. Не садится, 2 миллиметра торчит. Ну что мы делаем? Мы вот так вот прорезаем, когда я буду колотить, чтобы раствору было куда выходить. Плитку выложил, осталось треугольнички. Вот туда один, второй и третий. 3 треугольника. Забыл сказать, прежде чем вырезать вот эту вот фасонную плитку фасонной вырезкой, я из бумаги сделал вот такую выкройку. Вот видите, как вот так вот сделал выкройку. Тут, конечно, большой, но у меня не попадало. Я пилил гораздо меньше, чем вот этот вот эта прорезь на бумаге гораздо больше, чем на самой плитке. Просто когда я попадал, она не лезла. Я сначала немножко здесь, а потом уже подкорректировал. Вот видите, вот так вот примерно в сложных местах можно обходиться. То есть делать сначала выкройку из бумаги, потом накладывать ее на плитку и вырезать. Решил показать. Вот с бумажки вырезал треугольник. Сейчас буду его примерять сюда. Тик-тик-тик. Тик-тик. Ну прям вот чики-пики. Прям один в один заходит. Тут небольшая щелка, но тут, я думаю, кладовка, ничего страшного. Да и плинтус еще. Поэтому будем резать. Вот, что-то у меня получилось как-то немножко неровно. Еще раз вырезать придется. Не стал я тут выдумывать, дополнительные резать бумажки. Вот так вот прикладываю. Все. Плитки хватает, треугольника хватает. Это же самое переношу сюда. Переворачиваю. Вот так вот переворачиваю. Одну сторону выпрямляю, которая прямая. Точно знаю, что прямая. И делаю засечки, насечки. Здесь, здесь, здесь. А теперь соединяю эти линии. У меня что получилось? Ну, достаточно нормальный рез, это к стене пойдет. Когда пилю, в самом начале запиливаюсь аккуратненько, а потом к концу еще аккуратнее.
То есть вот здесь вот, чтобы кусок не отломился, чтобы вот этот кусок не отломился в самом конце, веду очень-очень медленно. Сейчас будем смотреть, что у меня получилось. Получилось у меня следующее. Опа! Видите, прям туда упало. Значит, ей ничего мешать не будет. Теперь вот как вытащить, слишком точно сделал. Придется ножичком или проволоку туда засунуть и вытащить. Попробую вытащить шпателем. Ну, труба мешает, зараза. Раз. Вот так вот. Вытащил. Все, теперь плитку замочу. Сюда положу раствор. И укладу ее так же, как и большие. Точно так же укладываю раствор на миллиметра 3-4 ниже верхнего уровня плитки. Вот. Здесь сбоку плитки как бы делаю небольшие канавки, чтобы когда буду колотить, раствор расходился. Опа! Легла нормально немножко. Немножко выступает, вот видите, 2-3 миллиметра. Сейчас я попытаюсь это дело устранить. Вот так вот. Видите, все отлично легло. Поближе покажу, чтобы видно было. Вот это угол. Может вблизи показаться не очень красиво, но я его закрою плинтусом. Все доделали. Отлично. Щели сейчас мы самой плитки. Вот так вот. Прям пока он сырой. Плитка сырая. Вот так вот. Раз, 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 раз. Все. Так вот в труднодоступных местах укладывать плитку. Это мой способ. То есть я режу бумаги. Ну, у меня нет большого опыта там расчеты какие-то делать. Я просто вырезаю бумажное. Как я уже показывал, вот такая выкройка у меня есть. Треугольная. Вырезаю. Потом по этой выкройке разрезаю на машинки, которая режет плитку, и укладываю. Как я уже и говорил, я не особо большой специалист, можно сказать, вообще не специалист по укладке плитки, но так как ложу у себя дома, кладу, поэтому пользуюсь разными способами. Вот там только что я показывал, как я при помощи выкройки делал, а вот здесь вот неохота выкройку делать, которую, кстати, можно использовать и на той стороне. То есть вот так приложил. Приложил, взял фломастер, отметил и здесь отметил. Потом эти две линии соединил при помощи линейки. Все, соединил. Ножницы теперь беру. Обрезаю, сколько мне нужно. Эх, ножницы тупые. Не знаю, откуда они взялись. Мокрую бумагу. Не хотят резать почему-то. Вот так вот. Оп. Все четко. Все четко попало. Вот так. А еще можно при помощи вот линейки мерим. От стены до угла. Вот сюда вот, до угла.
расстояние. Потом от той стены до этого угла при помощи линейки. И откладываем на плитке. Наверное, я сейчас так и сделаю. Вот здесь у меня. Так. Здесь у меня 13 сантиметров. А с этой стороны 14,8. Хм, интересно. А, ну да. Я же с той стороны меряю. Я использую линейку. Тут от 0, а тут от 30. Все правильно. 13, а там 14,8. Взял очередной оставшийся треугольник. Плитка у нас будет лежать вот так. Значит, здесь мы 13, а здесь 14,8. Только здесь от 30 13. Так. Специально остановил, чтобы показать, как я буду в конце замедляться. Вот видите? Немножко надавил, и вот такой вот кусок, но это ничего страшного, это я сейчас отпилю. Все. Всем пока. Ложите плитку в труднодоступных местах. Может быть, кому-то это видео пригодится.